я хотела стать певицей. Но это была моя мечта. С отличием закончила по специальности артист-вокалист-педагог, то есть я была профессиональной вокалисткой. После замужества, уже имея своих детей, как-то получилось так, что мне захотелось быть воспитателем. И я решила прийти, и вот эти 3 месяца я обучилась и на практике, и по теории. Мне все здесь наглядным способом, как я сказала, показали, объяснили. И мне понравилось все, я решила поработать. Очень много нового на самом деле. Какие игры можно, чему можно обучить на новых технологиях? Вот на интерактивной доске той же можно обучить каким играм разным. Очень много всего на самом деле я здесь узнала. Я бы с удовольствием еще бы приходила сюда, если была такая возможность уже. Мне больше даже нравится вот работать с детками от 2 до 3 лет. Вот они сейчас прям впитывают все как губка, и им все интересно. Самое главное в работе с детьми – это терпение и любовь к ним. Никто из моих знакомых не хочет работать воспитателем. Я всегда говорю, что, вы знаете, привязываешься к детям очень сильно, на самом деле. Вот сейчас у нас, мы сидим, у нас каникулы, и я по каждому очень сильно скучаю. Привязываешься, как к своим, как к маме привязываешься.